Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусное блюдо из кабачков. Жареные кабачки кружочками в чесночно-сырном соусе с ароматным укропчиком. Такие кабачки никого не оставят равнодушным, получаются сочные и ароматные, а готовятся очень быстро. Берем молодой кабачок, можно не чистить шкурку, моем его и нарезаем кружочками толщиной примерно 1 сантиметр. Каждый кружочек нужно посолить, я использую крупную соль, и сложить друг на друга. Таким образом кабачок выделит сок. Теперь наши кабачки нужно запанировать в муке. Проще всего сделать это в целлофановом пакете. На дно насыпаем небольшое количество муки. Кладем в пакет кружочки кабачка. Благодаря тому, что кабачок стал влажным и выделил сок, мука очень хорошо прилипнет на него, и корочка будет более аппетитной и румяной. Насыпаем в пакет еще немного муки, а затем завязываем и хорошенько потрясем. Запанированные кружочки кабачков обжариваем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла с двух сторон до золотистого цвета. В процессе приготовления можно накрыть сковородку крышкой. Время жарки зависит от мощности вашей плиты. Кабачки должны приобрести румяную корочку, а внутри стать мягкими. Тем временем приготовим соус. В миску кладем измельченный чеснок 3 зубчика, натертый сыр грамм 150 и майонез примерно 3-5 столовых ложек. Хорошо все перемешиваем. Обжаренные кабачки выкладываем на тарелку и сверху на каждый кружочек кабачка наносим сырно-чесночный соус. Равномерно распределяем, сверху можно посыпать укропом или любой зеленью. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю вам всего самого доброго, хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч! Пока-пока!